Граждане Одесситы, многоуважаемая публика, в последний раз проездом из села Шишиги Монте-Карло перед вами выступают популярнейшие куплетисты Гарри Сольди, Билли Мольди. Граф Толстой неоднократно утверждал, что вся наша жизнь – это прямая железная дорога. А у окна стоял мой чемоданчик. А у окна стоял мой чемоданчик. А у окна стоял, а у окна стоял, а у окна стоял мой чемоданчик. А у окна стоял, а у окна стоял, а у окна стоял мой чемоданчик. А ну-ка убери свой чемоданчик. А ну-ка убери свой чемоданчик. А ну-ка убери, а ну-ка убери, а ну-ка убери свой чемоданчик. А ну-ка убери, а ну-ка убери, а ну-ка убери свой чемоданчик. А я не уберу свой чемоданчик. А я не уберу свой чемоданчик. А я не уберу, а я не уберу, а я не уберу свой чемоданчик. А я не уберу, а я не уберу, а я не уберу свой чемоданчик. Граждане Одесситы, многоуважаемая публика, судите, кто сколько может скромным труженикам массовой культуры. Товарищ, спасибо, спасибо. Премного благодарен. Напрасно, мадам. Спасибо. Пожалуйста, сам пошел. Играй как следует, фраер, а то наваляю. Да ладно. Друзья, спасибо. Тронут, тронут. Спасибо. О, мадам, спасибо. Ладно, хватит играть. Концерт окончен.